Хочется поздравить всех работников нашей области, в том числе и работников Кобринского района, с нашим профессиональным праздником. Хочется еще отметить, что работники культуры Кобринщины многие годы всегда были на лидирующих позициях в разных отраслях. Поэтому работникам культуры Кобрина так держать и в дальнейшем, и чтобы ваши победы радовали и нашу область, и наш район, ну и в целом республику. Что можно сказать про нашу кобринскую культуру? Профессионалы, люди, которые умеют работать, которые любят свою работу, что очень немаловажно, и люди, которые на самом деле позволяют говорить вот такие мы кобринчане. Потому что все, что идет со сцены, если есть искорка у нас в целом в Кобринском регионе, то со сцены это все видят. И все гости, которые к нам приезжают на разного рода мероприятия, всегда с большим удовольствием, с большой радостью смотрят тот продукт, который выдает наша культура. К своему профессиональному празднику мы подошли с хорошими результатами. Государственная программа «Культура Белоруссии» выполняется всеми структурными подразделениями отдела. Это говорит о слаженной работе. Это говорит о том, что у нас работают талантливые, профессиональные люди. А это значит, что сфера культуры развивается, сохраняется, и наряду с этим реализуются новые формы и проекты нашей работы. Активно работаем по сохранению, развитию и пропаганде историко-культурного наследия, в частности, традиционной культуры. Наши песни, музыка, танцы, ремесла, декоративно-прикладное искусство – это наше достояние, это тот фундамент, на котором строится профессиональное искусство. Активную работу проводим в продвижении, развитии международного культурного сотрудничества. География участия наших замечательных творческих коллективов постоянно расширяется. Только в последнее время на сценических площадках ближнего и дальнего зарубежья мы работали в Эстонии, в Польше, Украине, Германии, Франции, Объединенных Арабских Эмиратах. Это говорит о том, что уровень достаточно высоких наших любительских творческих коллективов, что они, тем самым, выезжая за рубеж, выполняют очень благородную миссию, миссию народной дипломатии. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех работников культуры с профессиональным праздником. Хочу пожелать, чтобы прежде всего работа приносила удовольствие, возможность реализации всех задуманных проектов и желаний. Вы показываете, чего стоит регион. Именно культура определяет и показывает, чего мы с вами стоим, насколько успешно мы работаем во всех остальных отраслях. Грамотой! Комитета награждается Тереза Владимировна Куликович, руководитель студии эстрадного пения «Кранчевич», учреждение культуры «Кобринский дворец культуры». Благодарственное письмо Кобринского районного исполнительного комитета вручается Дубинской Ирине Николаевне. Для поздравления и награждения приглашается заместитель начальника управления идеологической работы культуры и по делам молодежи Брестского областного исполнительного комитета Сергей Борисович Панасюк. Разрешите мне от имени Брестского областного исполнительного комитета Главного управления идеологической работы культуры и по делам молодежи поздравить вас с нашим профессиональным праздником. Вы знаете, как бы ни было и иногда тяжело в нашей стране, но культура никогда нашим государством не забывалась. Если касаемо нашей области, здесь можно сказать, что проанализировав даже ситуацию десятилетней давности, то очень много красивых, достойных объектов возвелось и возводится. Буквально, наверное, в прошлом году на День работника культуры был сдан красивейший, я считаю, дворец, в котором будут представители Кобринщины завтра в городе Березе. Это дворец культуры. На сегодняшний момент
возводятся такие учреждения историко-культурного наследия, как Косовский замок, где тоже наша область за счет средств области восстанавливает данный объект. Красивейший Косовский замок в Отцеевическом районе. Тоже данный объект возводим совместно с Министерством культуры, тоже вкладываются огромнейшие средства. К 2019 году будет построен самый красивый театр кукол, называемый самый большой, красивый, самый большой в Европе считается. То есть государство, как бы там ни было, как бы ни было тяжело, но государство не забывает о нашей культуре. Но самое главное это наши люди в культуре. Как бы ни было, давайте говорить чисто, открыто, не совсем высокая зарплата в нашей отрасли, но зато здесь работают самые надежные, самые преданные, самые красивые, касаемые женщин. Я хочу всем вам пожелать самое главное здоровья, здоровья вашим близким, здоровья всем людям, которые вас окружают, которыми вы дорожите, для того, чтобы когда вы шли на работу, вы шли со спокойной душой, с хорошим настроением и, возвращаясь домой, знали, что вас ждут, любят, ценят и уважают. Поэтому, уважаемые коллеги, с праздником вас, и я приступлю к официальной части. Жанна Павловна Дуругака, директор коммунального унитарного кинозрелищного предприятия «Кобринская районная киновидеосеть». Начальника управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Брестского областного исполнительного комитета вручается Вере Александровне Бойко, художественному руководителю коммунально-культурно-развлекательного предприятия «Парк имени Суворова». Дипломом «Лучший общественный инспектор по охране труда» Федерации профсоюзов Беларуси награждается Павел Степанович Гриневич. Инженер Государственное учреждение культуры Кобринской централизованной библиотечной системы. Я еще буквально одно слово. На протяжении 10 лет культура Кобринщины всегда была в тройке лидирующих, даже двойки лидирующих районов. Поэтому я желаю вам так держать и последующие 10, 20, 30 лет. Спасибо. Благодарственное письмо Кобринского районного совета депутатов вручается Гурич Ольге Адамовне, директору Хабовического дома культуры, Государственного учреждения культуры, Кобринская районная клубная система. Кобринского дворца культуры. Замечательные девочки, Лена Викторовна.
А ты просто девочка лета, ты просто девочка гроза. Ничего не знаешь и не понимаешь, но от жизни хочешь все сполна. А ты просто девочка лета, ты просто девочка гроза. Ничего не знаешь и не понимаешь, но от жизни хочешь все сполна. А ты просто девочка лета, ты просто девочка гроза. Ничего не знаешь и не понимаешь, но от жизни хочешь все сполна. А ты просто девочка лета, ты просто девочка гроза. Ничего не знаешь и не понимаешь, но от жизни хочешь все сполна. Да. Спасибо вам за такие теплые аплодисменты.